Доброго времени суток, мои дорогие, любимые подписчики и гости моего канала «Истина Таро». Вас приветствую я, Катерина. Сегодня мы проведем общий таро-расклад для мужчин на тему «Что с ней происходит сейчас?». Загадывайте вашу женщину, посмотрим, что сейчас у нее происходит в жизни, какие отношения у вас с ней. Вот сразу смотрите, карта «Лживая особа». У кого-то здесь обман пойдет, расклад об обмане. Посмотрим, какие отношения у вас с ней, какие отношения на данный момент, какие будут в будущем, какие были в прошлом и чего она хочет от вас. Итак, для начала посмотрим, какой мужчина пришел на расклад, чтобы вы понимали, ваш ли это расклад или же нет. Дорогие мои, прежде всего хочу поблагодарить вас за лайки, за комментарии, которые вы пишете. Каждый комментарий для меня очень ценен и важен. Каждый комментарий я читаю. Благодарю вас за подписку на канал и надеюсь, что после просмотра данного таро-расклада вы подпишетесь на канал, чтобы не пропустить все дальнейшие новые ролики. Ваши донаты, ваше спонсорство дает вам возможность то, чтобы к вам все вернулось троекратно. И после того, как вы пожертвуете что-то во Вселенную, вы получите намного больше, чем отдали. У кого есть какие-то проблемы, сложности, вы можете это все решить через, например, спонсорство или донаты. Итак, у кого-то на душе прям так грустно, печально и одиноко, или вроде бы и пытаетесь переключиться на что-то, но иногда прям накрывают такие чувства в душе, вот прям, знаете, прям какое-то одиночество. Даже если рядом есть какая-то другая женщина, да, вот какое-то одиночество внутри идет. Это внутреннее одиночество связано с утратой любви, либо женщины, в которую вы как-то вложились, планировали с ней будущее, но как-то все рухнуло в один момент или дошло до определенного периода и дальше не развивается. Вы по-настоящему любили эту женщину. Ну, а кто-то из вас, кстати, и до сих пор ее здесь очень таки вот любит. Но при этом, при всем, как-то вот особого развития какого-то на данный момент здесь нет. Вы довольно-таки сильный мужчина, который за близких людей, особенно для своей любимой, сделает все. Вот из кожи вон вылезете, только чтобы у близких, у любимых вам людей все было. Где-то даже жертвуя своими интересами. Если здесь, не дай бог, кто-то обидит ваших близких или любимую женщину, вы разорвете этого человека в пух и в прах. Загаданная женщина, она как-то сразила вас на повал, из-за которой у вас на душе какое-то, знаете, состояние ненужности, отрешенности, вот опущенные руки, когда вот ничего не хочется, вот никого не хочется, вообще ничего. Пытаетесь там, может быть, уходить в работу, как-то хобби, там собой заниматься, но иногда как будто бы вот откидывает назад, иногда как все равно как накрывает. Кто-то из вас вообще на личной жизни поставил крест. Кто-то хочет отношений только с этой женщиной и больше никого не рассматривать. Либо ее, либо никого. Хотя от нее в вашу сторону идет очень много боли, обиды и даже обман. Да, вот то, что даже нам карта изначально здесь выпала и показала лживую особу. Женщина, которую вы любили, в которую вы вкладывались, она вас, кого-то из вас предала. Вот этим доставила очень много боли. От женщины проигрывается измена, которую вы до сих пор не можете простить и забыть. У кого-то прям недавно это все произошло, а кто-то до сих пор держит внутри вот это тяжелое внутреннее состояние из-за женщины. До сих пор как будто бы отпустить не можете. Вы сильный и смелый мужчина, но которого сразила на повал именно эта женщина. У кого-то из вас не произошел развод или же ведутся какие-то судебные разбирательства по поводу денег, недвижимости, когда она хочет забрать у вас все по максимуму. И вы сейчас через суд пытаетесь все как будто бы оспорить. Ой, кто-то из вас вообще сомневается, что находясь рядом с вами, у нее вообще были какие-то чувства, да, были ли они тут вообще. Они просто какой-то здесь меркантильный интерес, желание получить от вас какую-то выгоду, какие-то здесь деньги, да, вот помощь, вот, ну вот именно такое это идет. В какую-то неприятную ситуацию вы с ней попали. А от кого-то из вас прям сильно идет энергия, что никого вообще не хочу. Вообще никого.
С трудом пережили ту боль и снова боитесь наступить на те же грабли, чтобы не было снова тяжело и больно. Чтобы не пережить это еще раз, да, то, что вы уже пережили. Поэтому и есть здесь такие вот опасения. Погрузились в работу, чтобы забыться, отвлечься от мыслей о ней, но как-то не особо получается. Как-то ситуация с ней оставила отпечаток на всех сферах вашей жизни. На работе как-то вы думаете постоянно о ней, либо периодами накрывает, не можете нормально работать. Что-то по здоровью здесь у вас подухудшилось, в чем-то еще идут какие-то у вас ухудшения. Кто-то из вас прям ни о чем больше не может думать, кроме как о ней. Очень часто в голове все обдумываете, анализируете, вот что произошло у вас с ней. Хотя вы стоите на пороге перемен, когда ваша жизнь изменится, станет как-то полегче, отойдет депрессия, апатия. Кто-то начнет получать удовольствие от одиночества, морально как-то от всего закроетесь. Но сейчас однозначно, что карты показывают, вам нужно пережить этот период. У вас это пройдет, только у всех по-разному по времени, потому что расклад проигрывается здесь общий. Давайте посмотрим, какую женщину вы все-таки загадали, вот она сразу и выходит, и какое ее отношение к вам сейчас. Напоминаю вам о том, что данный таро-расклад общий. Для записи на персональный таро-расклад, пожалуйста, пишите Viber, Telegram, WhatsApp по номеру телефона, который указан здесь под видео. На телефонные звонки я отвечаю только по предварительной договоренности и только в оговоренное время. Поэтому, кому нужен личный расклад, пожалуйста, пишите. Номер телефона указан под видео. Viber, Telegram, WhatsApp. Персональный таро-расклад платный. В течение определенного времени вы задаете интересующие вопросы и получаете совет карт для вас от высших сил. Ой, так, ну, какая здесь женщина, да? Эта женщина проходит моложе вас, очень активная, любительница денег, вспыльчивая, даже где-то конфликтная, любительница командовать, делать из мухи слона. Женщина, которая хочет красивой жизни, считает, что она всегда права и что все вокруг должны делать то, что она хочет. И она делает то, что сама хочет, не спрашивая мнения других. Может быть очень страстная, любящая интим, уверенная в себе, эгоистичная, но в последнее время очень много сомневается. Много комплексов, хотя внешне может это не показывать. Тот из вас, кто будет говорить о том, что у нее там она ушла к другому, там все хорошо и все остальное, у нее, либо же вот просто, что она ушла, счастья в личной жизни у нее нет. Даже если там и есть другой мужчина, повторюсь вам об этом. Она как будто все разрушила вокруг себя. У нее не получается с мужчинами, и это из-за ее сложного такого характера. И из-за ее корыстности. Мужчины ее как-то быстро разоблачают в этом. Она сейчас, как, знаете, вот как у разбитого корыта, да, вот находится. Некомфортно ей, плохо, грустно и одиноко. К вам любви от нее как таковой нет. Я вообще здесь сомневаюсь, что она здесь была. Вот, ну да, там хоть расклад общий, но каких-то особых чувств я здесь, извините, но не вижу даже. Какая-то возможная страсть была с ее стороны, влюбленность, но однозначно не любовь. Женщина очень хороший манипулятор. Женщина, которая ради своей выгоды готова переступить через все, чтобы своего добиться. Но я не могу понять, почему здесь карты показывают, что к вам она как-то негативно настроена. Вот почему-то во всех своих неудачах она винит именно вас. Что за история здесь? Почему она здесь так вас винит? Напишите в комментариях. Если вы с ней еще хоть как-то общаетесь, она вам многое не рассказывает. Как, знаете, как в такой маске находится. У нее сейчас острая нехватка денег. Она может показывать себя одной, а внутри может быть другой. Хочет красивой жизни. Кто-то из вас назад ее больше не примет. И она это чувствует, она это понимает. Да, потому что, вот так и говорится, наплевать в душу. И еще и понимать, и думать о том, что тебя вот так вот легко примут. Ну, как-то здесь, знаете, сомнения у нее есть. Будет она к вам дальше проявляться, однозначно, но как-то будет притворяться с каким-то обманом. Опять же, ради своей какой-то выгоды. Вот будьте осторожны. Кого-то из вас женщина будет стараться вернуть
через интим, как это было раньше. У кого-то вот, да, кто-то сейчас свою историю это узнал. Или будет чем-то манипулировать, что срочно нужны деньги, чтобы получить от вас деньги, да, там, через детей, либо что, ну, тут у каждого свое проигрывается. Потому что другого спонсора, кроме вас, у нее сейчас нет. Даже если там есть другой мужчина. Если вы знаете, что другой мужчина есть, да, если вы будете писать в комментариях, да, он у нее там уже там 100 лет, она с ним живет и все прекрасно, этот мужчина не решает ее какие-то проблемы. Поэтому она вспоминает сейчас о вас. Она очень хорошо вас знает и знает, как вами манипулировать. И она считает, что вы до сих пор ее любите. Даже несмотря на то, что между вами произошло. Потому она и считает, что ей, стоит ей к вам проявиться, и вы растаете. И дадите ей вот то, что она хочет. Будьте осторожны, бдительны к ней. Уж очень хорошая она манипулятор. У нее сейчас не очень хороший период в жизни, поэтому она сейчас как загнанная лань. Очень агрессивная, отстраненная, холодная. Какой-то жизненный у нее тупик, в том числе и по финансам, и в личной жизни. Да, вот тут все сферы жизни. У кого-то даже вы знаете о том, что она заболела, либо болеет, ухудшение по здоровью идут. Это ее все очень злит. Вот эти вот ее перемены в худшую сторону очень ее злят. Она надеялась, что получит много, а по факту не получила ничего. Ну, однозначно хочет, чтобы мужчина ее содержал, но как-то этого она не получает. За вами как-то следит или интересуется вами через общих знакомых. Ее интересует вопрос, есть ли на данный момент у вас другая женщина, чтобы быть в курсе вашей жизни. Будьте бдительны при ее проявлении, чтобы не, ну, как будто бы, знаете, ну, не повестись снова на ее какие-то уловки. Потому что она свою получит и исчезнет. А вы снова, как будто есть такой риск, что останетесь в разбитом таком состоянии. Тогда будет больно, обидно и неприятно. Потому что вы сами по себе светлый, чистый человек. В чем-то даже добряк, щедрый. Чтобы она не сделала вам больно, снова не обманула. Не ведитесь на ее какие-то уловки и манипуляции. Присматривайтесь к ней, когда она проявится. Итак, давайте посмотрим для вас совет карт для вас от высших сил. Совет карт для вас от высших сил. Карта короля земли. Карта ответственности, управления, опора. Карта говорит о том, что у вас есть на кого опереться или кто-то появится в ближайшем будущем. Карта вас ставит перед выбором. Либо же вы будете продолжать с ней путь, либо же карта говорит, да, здесь сам расклад показывает о том, что рядом с вами уже может быть женщина, которую вы не рассматриваете для серьезных отношений. Карта говорит о том, что вы должны для себя понять, каких отношений вы хотите. Хотите ли вы вообще этих отношений, либо вы хотите до конца разобраться в себе. Но однозначно карта короля земли, которая говорит о том, что одиночество вас минует, и вы один здесь не будете. Как бы вы сейчас бы не закрывались бы, как бы вы говорили бы о том, что я никого не хочу, мне ничего не надо. Король земли говорит о том, что вы всегда будете человеком, на которого сможете опереться. А будет ли это ваша бывшая женщина после ее поступков, что она здесь совершила, либо женщина, которая уже рядом с вами есть в вашем окружении, либо будущая женщина, решать только здесь вам. Итак, дорогие мои, жду ваши комментарии, лайки, что вы думаете вообще по этому поводу, по поводу данного второго расклада. Может быть, напишите в комментариях, какой бы вы хотели бы видеть следующий расклад, на какую тему. С вами была я, Катерина. Пока-пока.